Лечить его невозможно, средств лечения нет, и средств борьбы с африканской чумой свиней, к сожалению, нет. Единственное, что можно сделать, это уничтожить все свинопоголовье. Инспектора главного управления проводят рейдовые проверки, соответственно, с ГАИ, которая у нас есть схема заключена с ГАИ, схема взаимодействия при проверках на федеральных трассах, которые предупреждают ввоз опасные, скажем так, продукции на территорию области.